Очередного успеха добились поисковики, работающие на местах боев Великой Отечественной войны. В ходе одного из выходов в Старицком районе они обнаружили останки 18 красноармейцев. У одного из них был при себе медальон с личными данными. Благодаря этому удалось разыскать внука, который незамедлительно приехал на место гибели своего деда. Александр Андреевич Кутергин с волнением сжимает баранку своей Нивы, на которой он едет к деревне Новая Старицкого района. Именно там поисковики обнаружили останки уроженца Кировской области Петра Михайловича Кутергина. Некоторое время спустя удалось разыскать и родственников, которые проживают в Подмосковье. О своем предке они знали только то, что тот пропал без вести на Калининском фронте в декабре 41 года. Сообщила мне сестра. Сообщила сестра. Что так и так. Вот в Старицком районе, Кировской области, нашли останки. Ну и дали распечатку кулона. Большую помощь в прочтении информации, заключенной в смертном медальоне, оказали эксперты-криминалисты. Именно им поисковики тут же передали находку, которую сами благоразумно не стали вскрывать. Мы его даже не стали вскрывать и не смотреть, находится ли там вот эта вот сама бумажка, на которой все это было записано. Потому что, ну, были у нас такие случаи. Их вскрываешь, попадает воздух. Пока дойдет до специалистов, которые их вскроют, они ссыхаются, их потом невозможно размочить, или они просто начинают разлагаться. Всего в этой экспедиции принимают участие представители нескольких отрядов. Русь из Старицы, Исток, поселок Калашниково, Поиск, Осташков и Тверичи, которые представляют наш областной центр. Работать в этих местах поисковики начали после получения информации от местных жителей. Те рассказывали, что тут были захоронения бойцов Красной Армии. В прошлом году добровольцам удалось добиться подтверждения этих данных. Однако непосредственно работу по подъему пришлось отложить на 2020 год. В этом году уже сюда вышла экспедиция. Вот, и в результате подъема, вскрытия, да, этого захоронения, вот, было установлено, что сколько здесь у нас? Да, в районе, значит, 18 человек из этого раскопа было поднято. Эксгумированные останки поисковики передали в администрацию сельского поселения «Станция» Старицкого района. В ближайшее время будет определено место и время торжественного захоронения павших героев.